Печенье удачи. Тень еще не готова? Готова, готова. Куда ты так торопишься? Просто я проголодался. И мне не терпится попробовать. Внутрь каждого печенья я положила бумажку с предсказанием. Вдруг ты съешь свое счастье? Ну ты, вредина. Иди работай! Иду. Привет, капкан. Последнее время мы тебя редко видим. Я же прихожу сюда каждый день. Госпожа Тень велела так приветствовать всех клиентов, чтобы они чувствовали себя особенными. Ну, типа того. Тень, что там дальше? Слушай внимательно. Печенье попробуй и внутрь загляни. Судьбу испытай. Предсказание найди. Ну-ка, давай. Печенье попробуй и внутрь загляни. Судьбу испытай и предсказание найди. Я такой неуклюжий. Может, у меня сегодня счастливый день? Что ж, пусть будет печенье удачи. Давай 20 штук. Конечно, сию минуту. Чем больше печенья, тем больше удачи, верно? А то в последнее время мне что-то не везет. Вчера я упал в канаву, позавчера поскользнулся на банановой кожуре. Пора изменить судьбу. Сомневаюсь, что наше печенье тебе поможет, хотя, с другой стороны, что ты теряешь? Попробуй. Все равно, удачи тебе. Я уже чувствую себя везучим. Предсказание. Что? Прочти его, что там написано? Не повезло, попробуй еще одно. Хорошо. Вот оно. Давай, теперь я прочту. Неудача – ключ к успеху. Попробуй еще раз. Опять ты в пролете. Снова ничего. Не может быть. Еще одно. И еще. И еще. И еще. И еще. Еще одно. И еще. Я не сдамся. Мне должно повезти. Последнее. Ты всего в одном шаге от успеха. Попробуй еще раз. Ты точно больше не хочешь? Нет, хватит, я уже объелся. Почему на каждой бумажке написано «попробуй еще одно»? Ладно, неважно. Дай мне дюжину пирожков с фасолью с собой. Может, тебе не повезло, потому что ты быстро сдался? Подожди минутку, я принесу твои пирожки. Официант! Да? Кому-нибудь досталось счастливое предсказание? Или во всех печеньях одинаковые записки? Я съел 10 штук, и ничего. Да, и у меня ничего. Вам обоим просто не повезло. Тогда кто же получит счастливое печенье? Откуда я знаю? Попытайтесь еще раз. Может, следующее печенье окажется призовым. Странник! Я умираю с голоду. Принеси ко мне десяток пирожков с фасолью. Слушай, Шалун, тебе не надоели пирожки с фасолью? Не хочешь попробовать что-нибудь новенькое? Печенье попробуй и внутрь загляни. Судьбу испытай, предсказание найди. Оно правда счастливое? Конечно, держи. Но я хочу пирожков с фасолью. Попробуй одну штучку. Ладно, попробую. Что это? Записка, прочти, что там написано. Что там написано? Вы все хотите послушать? Да. Хорошо. Поздравляю, тебе повезло. Ой, везучий же ты, Шалун. Выиграл приз с первого раза, а я съел 10 штук и ничего. А я 15. А я 20. А я съел 50. Короче, Шалун, ты первый клиент, кому досталось счастливое печенье. Правда? Всего одно печенье, и ты выиграл приз. Похоже, ты и вправду везучий. А что за приз? Одно печенье бесплатно. А можно мне лучше пирожок с фасолью? Нет, сперва съешь печенье, а потом можешь заказывать, что хочешь.
Что за глупое правило? Прочти записку. Ладно, ладно. Пожалуйста, пошли мне пирожков с фасолью и побольше. Ты окружен ореолом счастья. Ореолом счастья? Ореолом счастья? Шалун, дорогой, ты настоящий баловень судьбы. И что я получу на этот раз? Вот твой приз, Шалун. Целая коробка печенья. У тебя есть то, чего нет больше ни у кого. Другие хотели бы получить это печенье. Давай, Шалун, съешь все. Все? Да, это правило победителя. Ладно. Печенье довольно приятное на вкус. Но я хочу пирожок с фасолью. Ты почти доел. Больше я не могу. Осталось всего две штуки. Я помогу. Одно тебе, другое мне. Может, ты второе тоже съешь? Так ты можешь упустить удачу. Верно. Поэтому последнее съешь сам. Ладно. Ради пирожков я смогу. Одно бесплатное печенье. Наконец-то и мне повезло. Кажется, я объелся. Записка. Я не могу ее прочесть. Еще одна. Шалун, смотри. Хватит, я хочу пирожков с фасолью. Принеси их. Капкан забрал последнюю порцию пирожков. Больше нет. Что? Мои пирожки проданы? Нет! Когда ушел капкан? Да уже давно. Шалун, забудь про пирожки. Разве ты не хочешь узнать свою судьбу? Больше ни одной записки. Мои пирожки! Мои пирожки! Капкан! Капкан! Я прекрасно отдохнул. А теперь пора за работу. Пас сюда! И мне! Ух ты, капкан! Это было здорово! Круто! Капкан, ты все время бегаешь и прыгаешь! Это что, какой-то вид спорта? Как он называется? Он называется паркур. Капкан, а покажи нам еще что-нибудь. Конечно. Жаль только, что у меня нет достойного соперника. Капкан! Капкан, постой! Похоже, твое желание исполнилось. Да, капкан, покажи класс. Ладно, начнем. Эти пирожки с фасолью мои! Капкан, постой! Пожалуйста, не убегай! Прошу тебя, дай мне всего один пирожок. И все равно я лучший. Капкан! Пирожки! Мои любимые пирожки! Подумаешь, какие-то пирожки с фасолью. У меня есть для тебя кое-что получше. Нет! Только не печенье удачи. Шалун! Шалун! Вот ты где!
Я принес тебе приз из последнего печенья, которое ты съел. Пожизненный запас печенья удачи! А я всего-то хотел пирожок с фасолью. Hey,